В Москве с сегодняшнего дня ослабляется режим самоизоляции. Начнут работать автосалоны и непродовольственные магазины, химчистки, прачечные и мастерские по ремонту обуви и одежды. Также разрешаются прогулки и занятия спортом на улице, но с ограничениями. Выходить можно не более 3 раз в неделю с 9 утра до 9 вечера по графику, который установит мэрия российской столицы. В то же время масочный режим в городе ужесточат. Теперь граждане обязаны носить маски, респираторы и другие средства защиты органов дыхания при любом выходе на улицу, а не только в магазинах и транспорте. Ну, я слышала, да, что домами графики по домам по 3 часа, 3 раза в неделю. Ужас. Я думаю, что неадекватные. Понимаете? Я думаю, что неадекватные. Это загнали нас в резервацию какую-то. У меня папа посмотрел ради интереса то, что у нас наш дом гуляет понедельник, среда, пятница. По-моему, это полный бред. Мне кажется, никто не будет этому вообще следовать. Ну, вот так будут носить. Если там увидят кого-то, да, ну, в общем-то, многие так ходят. Проконтролировать невозможно. Ну, полицейских нет вообще. Вот за все время карантина я выхожу где-то раз в 3 дня на улицу, ни одного полицейского. У меня ОВД в соседнем доме. Ни одного полицейского. Вообще ни одного. Не знаю, где они, но то есть явно, что никто не контролирует. А вот кафе, рестораны, музеи, парикмахерские, салоны красоты и спортивные центры пока будут закрыты. Также в городе сохраняется пропускной режим и запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.